нахуй, ИП пошло. А, кайлы кидай, заебал. Хотя силы рун так много. Тут нету мелихостыла, это потому что, типа, я меньше бьем рунников. Кстати, да, если ты БДКшка, то в ДКшка в взломание нужен будет ради цепких ледяных когтей. Ладно, есть. Нет, шамана. Шаман дает шамана. Он дает кастерам хаст. Ну, кастерам он не так много дает. Ну, забери у кастеров 5%, они тоже ругаться будут. Не знаю. Пусть ругаются в другом месте, не у меня. Хитрый ты человек, а? Это бы уже... Вот, блядь, заебали ГДшца. 100 раз. Кто-то, блядь, все постоянно говорит, у меня людей там на 2 рейда сидит на замене. Один, вся рука додумается нажать, интересно. Шалом, православные. Ты бомжей нажал, не? Я нажимал, а они мне извились или что, я не знаю. Диван. Диван, блядь. Есть? Нет? Все помню. Это поебень. Ебаная. Кто там еще? Кендор. Джанг. Джабарель какой-то. Понял. Кидай. Так. Дикей. А бокал? И лобстер. Пока что посидим. Что ты хочешь? Где-то наверху. То флудят. А я при чем? Так. Рунмейт. Покажи танка своего. Ну-ка нажми ледяную стойку. Так, ну вроде ты не заебись, таланты воли мертвых есть. По опыту у тебя что, танковать в кукле умеешь сидеть? Водить профи умеешь? В каком тираже был? Рунмейт. Сейчас он напишет. Рунмейт, ты тут? В кукле не сидел. Водить профи умеешь? В ЛПшке нажимать. А пока больше, чем Хай даст, чем Петя? Конечно. Нет, Петя сейчас один из топовых ДПСеров. Так, ну тогда ты, Петя, в кукле. Ну давай, давайте Локи еще раз шкаф. Опять не прокатило. Поебло дырить на боссе. Так, уфолог. Так, сейчас танчить будешь? Да, это самое, уфолог в сову. Может, все-таки рунмейда в ФТК, чтобы мелизона пожирнее было делить. Слизняка. Мелизоны там и так дохуища, вон 10 человек. А, ну так-то да. 9.
какой-то лок эксклюзив, не знаю, пускай сидит чилит. А он у нас голый. Да, пускай одевается. Да вот два места для этих двух карабигателей. Так, я думаю, эти карабегатели знают тактику, поэтому сейчас вот такое объявление. Кто там хрустит? Заебал нахуй. Выключи эту хуйню. Кто-то сидит, хрустит какие-то сухари. Ёбаный рот. Выключи нахуй. Активацию, блядь. Сейчас я буду рассказывать тактику. Пока уже. Заходим в Discord. 18+. Тактику рассказываю. А здесь комната до 18+, можно выходить. Так, теперь да? Проверка на ФК. Лишний базар стопните, блядь. Я вот эту хуйню не собираюсь нахуй вас уговаривать. Слушаем нахуй. Если знаете тактику, если вы уверены, что вы не заслакаете на колбе, на пельмени словите, можете пойти чай налить, похрустеть сухарями, только активацию выключайте голосом. Так. Это слушай, ёпта. Теперь, сколько нас там? 22 человека, все правильно. Так, все приняли сумму. Ребята, значит, рассказываю тактику. Еще раз проверка на присутствие. Пока два челика эти в каре играют. Значит, смотрите, слушайте внимательно. Проф — это босс не РБК. Это сложный квартальный босс ЦЛК, блядь. У него три фазы есть. Первая фаза до 80% хп профа длится. Вторая фаза с 80 до 35. На первой фазе он кидает лужи, две штуки колбы, их видно, в воздухе они летят. Желательно отслеживать РДДшникам, куда колба летит, и отбегать, чтобы не получать дамаг от лужи. И призывает слизней по очереди. Сначала идет зеленый, потом красный, и так чередуется. Вот, тут ничего особенного нету. Куклу пьет человек, который знает, как в ней сидеть, и это... пьет лужи зеленые. Лужи копят энергию, он замедляет слизня. От чего может произойти вайп? Если слизень зеленый незамедленный, он быстрее доходит до своей цели. Когда он доходит до своей цели, он взрывается на 200 тысяч урона. Ну, где-то на 180 тысяч в обычке он взрывается. Вот. Чтобы не было вайпа, нужно разделить этот урон. Урон этот делится вокруг слизня. Вот, к примеру, вам поставлю метку. Вот зеленый слизень. Вот в этом кружке стоит зеленый слизень. Чтобы управлять тем, куда вы отлетите от слизня, нужно становиться в соответствующую сторону вокруг этого слизня. Если вы, допустим, встанете вот здесь, от зеленого слизня, то вы отлетите ровно вот сюда, ко входу, на 20 метров. Вот. Задача миликов, которые будут бить здесь босса, вставать вот так вот, как звезда показывает. РДД будет стоять где-то вот здесь. Даже чуть подальше. Отлететь ваша задача в РДД. Когда первый раз слизень выбирает зеленую цель. Если он выбирает РДД, он уже должен быть замедлен куклой. Если он выбирает РДД, вы делаете вот так. Бежите перед лицом зеленого слизня и одновременно его бьете. Бежите до сюда, до цели. Потом всех откидывает. Откидывает сюда к стене. Слизень выбирает второй раз цель. Второй раз цель, когда он выбирает, сейчас черепок поставлю, вот здесь, он выбирает второй раз цель, вот здесь человек стоит в черепке, все здесь стоят. Он выбирает, вы встаете вот сюда, как звездочка показывает, и продолжаете бить слизня. Если он еще не убитый при этом, вы встаете вот сюда, как показывает звездочка, и отлетать будете обратно в центр комнаты, вот сюда. Потому что если вы станете вокруг слизня хороводом, если вы прям по одному человеку с каждой стороны встанете, то вы разлетитесь в разные стороны. Слизень выберет случайного человека, вот допустим вот здесь, который в угол встал, как дебил, вот здесь вот встал такой, АФКшил, сюда отлетел такой, его слизень выбрал и ваншотнул, потому что дамаг ему делить не с кем, никто не успеет сбежаться к нему. 3, 4, 5 человек сдохнут. Чтоб такой хуеты не было, вы должны понимать, как работает слизень. Вот, сбегаться только в эту хуйню. Второе. На второй фазе будет летать пельмень, и проф будет ставить оранжевые две колбы. Два пельменя и две колбы. Что это делает, эти колбы? Значит, колбы, это означает, вам нужно
отбежать от них, как только они появились, сразу метров на 15. И даже если босса не ведут, нужно отбежать, даже если вы дамаг потеряете, и ждать, пока профы подведут в место, где вы можете бить и находиться в 20, ну, вот показать, чтобы взрыв колбы примерно вот от кружка, если в кружке колба стоит. Вот здесь вот, если я буду стоять, меня заденет взрыв, меня откинет, повешается дебаф. Вот, отбежать нужно примерно на такое расстояние, вот как звезда показывает. Это касается миликов, всех. Вы сейчас будете за это лутать минус, блядь. А почему будете лутать? Потому что этот дебаф снижает вашу меткость на 100%. У вас все ваши атаки, автоатаки, удары героя, блядь, и все прочее ваше говно, блядь, которое по 20 тысяч бить должно, нахуй, и 20 тысяч ДПС вы должны давать, превращается в 0 ДПС, нахуй. По профу и по слизню урон становится 0, нахуй, и мы вайпаемся. Чтобы вы понимали всю серьезность ситуации. Если вы это в обычке не научитесь идеально делать, в гере вас ждет пиздец, нахуй. Дальше, с пельмени зеленые, они летят в воздухе полчаса, нахуй. Вот от профа до кружка они летят, ну, секунды, блядь, летят. Отбежать, радиус взрыва тоже 12 метров, вот такой вот кружок небольшой. От кружка, чтобы отбежать, если вот пельмень летит, если ты здесь стоишь, видишь, у тебя пельмень вылетел. Отбежать достаточно вот столько. Вот. Если вы славливаете пельмень, помимо того, что уже 15 тысяч урона ловите, пол хп своего теряете, это помимо этой хуйни, вы еще ловите дебаф на скорость, на замедление скорости каста. Вот если я кастую, где оно нахуй, вот, связующее исцеление кастую, вот, секунда, блять, секунда и один, там, секунда и два, то под этой хуйтой я буду кастовать 4 секунды или 3, блять. Это превращает хилов в бесполезное говно, которые бегают и нихуя не могут захилить. И РДД превращает в бесполезное говно с 0 ДПС нахуй на 15 секунд. Это означает, блять, я буду после каждого вайпа, если они будут вообще, смотреть рекаунт и смотреть полученный урон. Химическая бомба, no one на профессоре мерзоциде, кто ловил, блять, 7 минус нахуй. И вязкая гадость от профессора, это зеленое вот это говно, блять. И еще раз скажу вам, вот эта хуйня, то что вы за одним человеком бегаете, это полная хуйня. Вы будете каждый сейчас смотреть и отбегать от пельменей и от колб. Ловите дебаф, ловите минус нахуй. В гере вас никто водить в одной точке не будет, там нужно разбегаться, там нужно все делать идеально. Если вы перестанете ловить эти дебафы, пельмени и колбы, вы сразу убьете профа с первого трая. Ну, насчет лужи, я думаю, объяснять не стоит, что в луже стоять не надо, потому что она дамажит. Если еще двойная лужа прилетает, если вы любите встать вот так вот в одном фрейме, блядь, туда две склянки сразу летят. Поэтому и берут рейдж. На рейнже примерно вот 5-6 метров друг от друга вот так вот держится рассредоточенно. Ну, не на 50 метров друг от друга, а вот так вот в небольшом, блядь, кемпе. Вот. Для этого берутся рейндж, чтобы двойная лужа не убивала людей, нахуй. Потому что и пинг, и задержка, и компы у всех слабые, блядь. И тоже имейте в виду. Вот. Об этом объяснять не буду. Хилов у нас 5 очень хороших. ДЦшник, 3 Ршама и этот Эрдрушник есть. Эрдрушник будет стакать это на кукле, все нормально. Вот. Значит, милики, как вы играете? Показываю на звездочке. Танк после первых луж ведет профа в зеленую метку, в треугольник. Здесь появляется зеленый слизень. Первый. Мы его ждем, проф стоит здесь на первой фазе, никаких колб нету на первой фазе. Проф стоит прямо в этом зеленом слизне. Появился слизень, он выливается. Как только он появился, вы нажали на него мышкой и начали хуярить. Брусты свои все на зеленого слизня отдавайте, и уешьте как можно сильнее и профа, и слизня одновременно. Вот. Как слизень появляется, кто у нас с локов в диссе? Эмобой, Джанк, вы тут плюс поставьте. Тут. Значит, эмобой, давай, ты будешь ответственный за косноязычие по всем слизням. Косноязычие обязательно кинуть до каста слизня. Это даст больше времени, нам больше нести ДПС в слизня, и он дольше будет выбирать цель. Вот. Если он выбирает цель в миликах, вы уже отлетаете в кружок, как я говорил. Вы не бежите после того, как вас откинуло на слизня. Вы бежите к РДД и стоите, ждете выбора цели. Слизень выбрал цель. Выбрал цель. Вы побежали к нему его бить. Но бежать надо перед лицом слизня, потому что второй раз мы отлетаем в черепок. Всю эту тактику с зеленым повторяем и на второй фазе также. Красный слизень, ну вы знаете, от него просто бегать надо. И хилы, имейте в виду, там захиливать надо хорошенько, потому что по пол хп там за два тика убьет. Первые два тика самые сильные, потом ослабляются тики красного слизня. Вот, не проебите. Значит, по прожимкам у нас танчит. Кто там? Рунмейт, у тебя 4Т4 есть? Ну-ка. Да, есть. Если увидишь ситуацию хуёвую, там у тебя голос, кстати, в DC есть?
рунмейт. Нету? Т4 дашь, если что, у меня вроде должно отображаться. Ну если даст, скажите, что могу не заметить. Вот. На такую ситуацию, когда, допустим, ХП у рейда половины нету, и слизень зеленый бежит, взрывает людей. То есть можно Т4 сразу отдать. Плюс, ну я гимн на ХП дам, там ШПшник, если что, второй наем его попрошу. Так, дальше. На 35% будет переходка. До этого на процентах 40, там 38 я скажу, если стопнуть ДПС, вы стопаете. Если я говорю стопать, вы стопаете. Вот, это делается для того, чтобы не перевести на фазу вместе со слизнем, чтобы у нас проблем особых не было. Так. Ну и на последней фазе румейт танчит у стола, бежишь, проф оттуда начинаешь, и идем добиваем босса, там с Геру на последней фазе сдаем. На него диван даст. Викендорф есть, Эйген диван. Ну и потом, потом рейснем, или СС на тебя дадим, для того как диван давать будешь. Заберет второй танк, это будет, кто там у нас второй? Хай. Хай. Хай заберет. Вы по 4 стака будете брать. Так, теперь лобстер с Фадикеем. Где они там? Освободились? И вообще они идут? Так, горожане, давай посмотрим, может что-то другое есть у рейда. Ну они гнева сейчас бьют, то есть им ориентировочно 7-10 минут до ласта. Давай, Шершон, кто в ЦЛК? Я такую хуйню не приветствую, ребята, это неуважение нахуй ко всем, блядь. Это значит им похуй на нас, нахуй. Я такую хуйню вообще не уважаю, блядь. Написано РТ, нахуй, ты сидишь с пугами где-то, нахуй, дрочишься, блядь. Все рейды с пугами, вы уходите вне РТ. До РТ, после РТ. Не знаю, как вам это нравится, блядь, но мне эта хуйня не нравится вообще. Так, шаклон нахуй, пати, блядь. И одно тело еще найдите. Надо одно тело где-то раскопать. Этот в Каражане, блядь. А, ну, погоди, заберем нахуй. Давайте, пуга какого-то. Поспамьте, мне похую вообще. Я ебал рот нахуй кого-то ждать, блядь. Я такую хуйню не люблю, нахуй. Люди собрались, нахуй, 20 человек. Нормальных людей зашли на РТ, блядь. 23 человека, блядь. Два человека на вас хуй положили, нахуй. Не знаю, как вы думаете, но мне так кажется, блядь. Там Шиплон спрашивал, есть ли место. Я ему пати кинул, он, наверное, отошел в каф. О, я сейчас этого, другого пашку подпишу. Так, бегуну по 3 минуты, да? Угу, да, пока можете там чай налить. Пока сейчас два тела доберем, блядь. Сейчас я поднимусь вверх, спрошу им вообще, они, блядь, имеют совесть, нахуй, или нет, нахуй. Это вы тут? А, как вы ебывать маму. Вы тут, прием? Да, да, да. Нет. Вы идете в ЦЛК, или вы хуй положили на рейд, на гильдию, блять? Хуй положил, с большой буквы. Все понятно, то есть вы не пойдете? Вы нас заезжаете, ля? Вы не пойдете, я еще раз спрашиваю? А, блять, мы на гневе сейчас, нахуй. Какой нахуй гнев? У тебя РТ написано. Ты что, ебешься в глаза или что, нахуй? Буду нету говорить, людей? Буду говорить нахуй о минусах за такую хуйню, нахуй, Саня, блядь. Людей нету? Нас заменить? Нету людей, два слота, блядь, ваших, нахуй. Какое, нахуй, кара, блядь? Вы что, ебанулись? Понял. Мы что там думаешь, нахуй, в детский сад пришли поиграть, нахуй, или что, блядь? Какая кара, нахуй? Вы зайдете или нет, еще раз спрашиваю. Да. Мы на профи все стоим. 2 минуты. Короче, прол. Видите, лута на ролл. Короче, я у них спросил, Фадикей сказал, вроде да, не знаю, сейчас 2 минуты сказал, ждем. Блять, ребята, нахуй, я такую хуйню не понимаю, блять. Мне бы было стыдно. Какая нахуй кара, блять, ебанись. Давайте, значит, да. Пока что эта хуйня вся идет, пока не заходит, ставьте гильдбанк, сейчас я поставлю. Раздаем хуету всякую, этот, СПД, нахуй, раздаем. СПД. А милики. И милики. Уфолок, бери этот. Подожди, не кидай, нахуй, сейчас я по одному раскидаю. Не кидайте, нихуя.
Сейчас я СПД раскидаю. Уколок бери на АП. На АП бери миликом. Так, сейчас, пацаны, сука, закрывается сумка. Сейчас я раскладу, блять. Бак этот ебаный, сумка закрывает. ФДК плюсует вон в чате. Все, беру. Ну, что, мне не нужен. Сейчас перезагружу комп, еще попробую. Давай, давай. Сейчас я СПДшки разложу. 10 штук хотя бы. Давайте обмен войду. СПД, звездочку. Тыкните в сумон, нахуй. Че вы там стали просто так? Чем быстрее всю эту хуйню закончим, тем быстрее освободитесь. Пойдем зуламаны всякие, ЦЛК, второй рейд. У меня там танк 70 тысяч хп, блять, ждет. Еще обмены, звездочки. Хилы там, все, давайте. Что, Фолок, все, взял фласки, кидать можно? Так вот, Сасон лежит до сих пор. Слышь, FDK, Андрюха, дай мне масло, есть? Я забыл купить. Да, есть, есть. Смотрите, чтобы все было, масло, там сопро, эти, как они, припоты тоже, нахуй, на пули босса будет отчет даваться, припоты, чтобы пили. Чтобы, блядь, ДПС был пиздец. Держи. Сколько оно? Помажься и верни. Да помажься и верни. Блять. СПД. Банки на АП, да? Да, на АП у уфолога. Все взяли. Сапрот, это, забей. Тут не надо сапрот, нахуй, этот. Выпей это на ХП и ебаните ему ЛКшную обычную фласку, дайте. Сапрот тут не надо тебе, тут тебя магия не бьет никакая, блять. Так, шоклон мы берем, блять. Марсец. Сейчас шоколадную лестницу с малином еще. Так, СПД кто не взял еще это? Смотрите, звездочки обмен. Так. А кто релогается? Там Враска релогается, что не понял по голосу. Да, я на самом деле. Твой голос у тебя не такой, Враска. Чего тебя запомнил? Коп прилагаешь? Чё ты говоришь? Враска, это ты? Да это я с телефона просто. А, пиздец, голос изменился. Сейчас заходишь, да? Ну, блядь, перезагрузился комп, сейчас смотрю интернет, блядь. Он вроде есть, но, короче, нихуя его нету, как бы. Ну, давай, давай, шамань там. Шоклон там, телефон взяли на подорочку. Ну да, часть я разу. Не надо. А, вон он летит где-то в центре. Или не летит нихуя. А, вот летит. Давай, давай, лети. Чё хочешь? Масло, говерни, сучка. Этот, ФДК, ты тут? Да. Начинай, ты будешь, это ему, давай. Этот координатор миликов будешь, квадратик на тебе. А, да, я намажу, погоди, и дам. Куда отлетать? Все отлетают вместе с квадратом. Тебе ассист дал. Если вдруг слетит квадрат, там кинешь на себя. Тыкай ему сумон, сейчас шаклон заходит. Враска, что у тебя там? Враска, давай, не подкачай, блядь. Че меня сумонить? Вот. СС, давай сейчас подумаем. Эмобой на Ону кидаешь, Джанг кидаешь на Кусяо, и Шаклон. Шаклон в 10-й Шаклон. Так, слышишь, да? Ага, Шаклон, ты свой СС скастуй, но это оставь. В конце будет паладин диван давать, на него СС дашь перед тем, как он будет диван давать. Так что это, держи свой этот самый, и смотри не сдох. Тебе сумон пришел вообще, что-то я тебя сумоню уже какой раз, блин, а вот. Враска остался. Пока не спешите там фласки пить, сейчас здесь зайдет, челик забафимся и выпьем всю эту хуйню. Враска, ты чё там, блядь? Походу, блядь, походу нет, а Дискорд даже, короче, не включается.
сука. Посмотрите, кого там можно... Телефон раздай, нет. Раздай, что-нибудь сделай, блядь. Кого там можно еще позвать, нахуй? Нигде нет никого больше. У нас демона нету, спекнуться. Да, спекайся. Это кто говорит? Джанг. Да, да, конечно. Демон обязательно нужен. Это СПД хорошая очень. Ох, у меня этого одного, ну типа мои 24 в нем. Думаешь? Конечно, уверен. Ладно, хуй с ним, пусть раска летит, будем так, будем начинать так сейчас. Давайте пьем фласки. Мажем масло. А рыба. Рыба, сейчас. У кого там есть УФО, у кого это возьмите с ГБ там. Да, поставьте рыбу, я поем и пойду быстро пиво возьму с холодильничка. Давай, только не говори каждый раз об этой хуйне, ну не всем интересно это слушать. Пиво там, водка, блядь. А я тебя предупрежу, чтобы ты потом не орал, где я пропал. Я быстро. Ну просто говори отойти и все. Он в Враска вроде зашел. Враска, ты в игре? Да, сейчас посмотрим. Давай, давай, раздупляйся. Я бегаю, нет? Так, сейчас посмотрю. Да, бегаешь. Так и вы бегаете, блядь, на месте только. Ничего, давай это, потусуйся немножко. Узко у тебя идет сейчас. Ну сдохнешь, ничего страшного, не будем тебя резать. Так. Ну да, там же этот... Он с красным как ебанет нам. Да, и с зеленым нахуй. Значит, кикнем его сразу. Пускай почилит на лоране. Враска, ты там это, нормально бегаешь? Блять, я пытаюсь рыбу похавать, но нихуя не происходит. Может там FDK какой стоит, блять. Не, вот, вот сейчас не надо. На тебе есть баф рыбы, все нормально. Так. Блять, только я его не вижу, ты понимаешь. Да? Есть баф рыбы на тебе уже нормально. Перезади, у тебя забагалось. Просто перезади. У тебя перс все работает, перезади еще раз и все. Да, давай перезади. Такого у меня хуйня часто бывает, блять, особенно в Харжане. Не-не-не, у меня до этого просто много. Понял, в Дискорде тупо переподключение постоянно было. Я ребутнул интернет и почти пизда вообще пришла, походу. Ну сейчас что, ты перезагружаешься или что, или начинаем? Это, перезаходишь в игру? Вроде слышишь, вроде работает, слышишь? Ну все, давай, проверка на пул, давайте готовимся. Миликов вводит квадрат, ориентируйтесь все на квадрат, он вроде это не дурачок, должен улетать в нужную сторону. Вейдон пиздит. Значит, класс. Все готовы, значит, подходи к столу, кто там в кукле, Петя. Танк, вставай, этот, проф, и вы начинаете тут бить. Милики, встаньте уже здесь, хули вы там стоите, вот тут вы начинаете, блядь, ДПС нихуя не нанесете. Буду отсчет давать голосом, на счет 3 будем пулять, значит. Подошли все, танк, кто там, рунмейд, готовь все ЛПшки, на пул все рунмейда, он танчит. Сейчас на него щелетку и бану, блядь. А мы не будем стакать эти энергию? Нет, там airdrop есть, там нормально будет. Все, давайте приготовились, на счет 3 будем пулять. Раз, два, репот выпили, 3, пуляем. Поехали, full DPS. Как лужи только разольются, сразу это самое ведешь в зеленый треугольник. Так, смотрим. Лужи. Разлились лужи, выводи. Хилы давайте изо всех сил. Все, отлично. Сейчас будет скоро зеленый. Выливается зеленый, готовимся. Full DPS по нему. Как только появился, вот он появился. Full DPS. Далее зеленого. Вот миликов откинуло. Милики сюда к нам в звездочку встали. Встали, ждем. Выбрала цель. Бежим на зеленого, добиваем его. Сейчас нас откинет к стене. Все, откинуло. Добиваем. Захиливаем рейд на фул. Все, слизень сдох. Все, все слизни должны так умирать. Максимальный ДПС по каждому слизню. Это, будем стопать, будем красного бить. Стоп по боссу. Стопнули по боссу. Милики отошли от босса. РДД, встали в звезду, ждем красного. 1% у босса уберите все. Петы, блять, сука, не бейте нахуй. Выбирает цель. Цель побежала, цель захил на пул хп быстрее. Милики бьем красного. И милики на второй фазе также будете бежать красного бить, а не ебланить возле профа. Лужи вышли, блять, быстрее хилы нахуй. Все, переводим босса. По лужам внимательнее смотрите заранее. Там ДБМ пишет лужа слизи нахуй. Это значит, она уже в воздухе летит, склянка.
Все, пошла фаза. Следующий слизень зеленый. Профа ждешь там, там. Милики ждете там профа. РДД, пока проф бежит к треугольнику, бьем. Стоим сейчас сосредоточенно уже. Каждый смотрит за собой. Каждый пельмень, каждая колба. Будет минус ЕП нахуй. Вот пельмени полетели, зеленое говно, отошли. Вот, послушай нахуй. Кого ники называют, те нубы нахуй. Шаклон нахуй, словили пельмень нахуй. Позор, блядь. Все, давай. Колбы разлили, подводи. Зеленый появляется, и все в него максимальный ДПС. И рассредоточение вот так полукружком стоим. Зеленый появился. Быстро задотали его максимально. Выбирает цель. Милики. Отбегаем от пельменей. Пельмени летят к нам. Отбегаем. Вот. Сейчас пельмени упадут. Так, сбегаемся в цель. Все, там фул хп у рейда. Все, добить немножко осталось. Слизи нормально убили. Дальше это бьем. Милики. Колба 2 секунды, нахуй. Ушли из-под босса. Съебались оттуда быстрее. Вон, где кружок должны бы стоять. Сейчас будет красный. Красный. Давайте бьем пока что, милики, бьем. Пельмени летят, РДД отбежали. Сука, кто ловит урон, нахуй. Смотрите, если вайп будет, я буду мусовать пиздец вам, нахуй. Красного задотали быстро. Лужа слизи. Милики побежали. Это, на ком красный там? Так, РДД тоже лужа. Где лужа? Все, красного сильнее, милики, сильнее, блять. Все бурсты всю хуйню отдаем. Скоро пельмени будет. Пельмени летят, вон они, видите, в воздухе, блядь. Быстрее отошли право-лево. Все, профа дальше бьем. Рейд сильно хилим, на фул хп и башим. Это, колбы вышли, молодцы, нормально. Потом по урону все равно посмотрю, блядь, кто слакал, нахуй, назову ники. Полученному, блядь. Зеленый, смотрим. Как только полосочка появилась, сразу бьем. Фул ДПС по зеленому. Так, лужа вышли. Дай Т4, дай Т4, ДКшник. Проще захилить будет. Сбегаемся сюда в РДД. Вот, встаем. В звездочку встаем, сюда отлетаем. В звездочку встаньте, сюда отлетаем к этой, к стене. Все, сейчас РДД уже добьют. Милики, не бежать на зеленого. Не бежать, сука, на него. Сука, вы что, не русские, нахуй? Не бежать на слизня, блядь. Встать у стены. Выбери цель, ему дольше идти. Слизню, все, профу бьем. Все, в том же духе продолжаем, все. Пельмени летят. Вот они, видите, в воздухе говно летит. Вот, отлично. Лужа одна летит, вот она в ДД появилась, вот она в милизоне. Все, двигаемся автономно, смотрим каждый за собой. Хуярим изо всех сил профа. Красный, блять, я прослакал красного. Все быстрее бьем. Милики побежали от профа бить красного, быстрее. Больше ДПСа по красному. Хуярим сильно его. Блять, превратись в форму какую-то, блять, побеги быстрее, что-то, блять, или ты лагаешь, так медленно бежишь, блять. Все, разбили, пельмени отбежали, молодцы, хорошо. Нет, пельмень словил, нахуй, бета-тестер, по-моему, да? Что-то ты словил, или пельмени, или колба, нахуй. Готовимся, зеленый, готовимся, вышли, зеленого выбрали, это, зеленого максимальный ДПС. Прям бурсты не жалейте, крылья, всю хуйню нажимайте. Милики сюда, между лужами встали, быстрее сюда, нахуй. Ну какого хуя, сбежали вперед. Сука, ебущий рот, нахуй, отбегаем от него. Дамажим сильнее, пол хп у слизня еще снести надо. Сбегаемся, блять. Дамажьте. Добили быстрее слизня. Так, Ону, поднимай Кусяо, Кусяо, поднимешь дядю Стена. Бьем быстрее, сосредоточились на хп, этот, на Йоме, ебани на хп. И потом на ману сразу читай. Пельмени разошлись, нахуй. Красный слизень. Отлично. Красного РДД выбрали. Милики, готовься. Цель выбери. Меня захиливаем. Тучку нажал, короче, ману лез, нахуй. Так, обведу здесь вокруг лужи, нахуй. Так побегаю, блядь. Че, бейте. Красного сильнее РДД. Сори, милики, что по луже повел. Добиваем. Все, проф объем. Сейчас будет зеленый. Этот. Короче, а, короче, дамажим, дамажим. Там нахуй уже 5-1 этот. Уже переходка. Сейчас смотри, если не успеет колбы этот, кукла исчезнуть, постарайся плюнуть. Если он успеет. Не успеет. Все, сейчас смотрите, Т4 у тебя есть? А, и массакры у нас нету. И протопала нет. Короче, если что, гимном помогу. Сейчас все бежим. Милики бьем зеленого, РДД зеленого сразу бьем. И Геру даем. Сразу Геру. Как разморозились Геру. Зеленого сначала убить, Геру. Фул ДПС по зеленому. Все бурсты отдаем. Так, сейчас выбрала. Отбегаем к нам. На Йоме гимн на ХП.
А, ты давал уже. Послушай гимн на ХП, ебани. Вот, все, сбегаемся в черепок. Вот, отлетели, и теперь ДД уже добьют, там 300 тысяч. Все, добили. Теперь профа бьем. Слизни в нас летят, сзади профа, ну, пельмени. Сейчас отсюда выходим, вон где совы стоят. Пельмени, пошли за звездой, пошли отсюда, вот здесь стоим. Забираю. Все, остался только добить эту фазу ебаную. Так, что там, 4, проводи дальше службу. Да, я забрал. Можете попробовать. На Викендорфа, кого просил там Шаклон, давай СС. Как СС на себе увидишь, диван даешь по этому. Ты дал уже, да? Все, снимай диван, жди, когда я завис, кто завис? Отошли от пельмени. А, ты в луже лежишь. Ладно, не вставай, лежи, добьем. Ты снял диван? Кто там? Кто второй танк из Рунмейд? Сколько на тебе 5 стаков? Четвертый забирай. Пошли, вышли с лужи. Выходите, захиливаем сильно. У меня просто ловко крашит. Так, ну и давай Барменталя еще пожертвуем, нахуй. Это Барменталь, давай диван на Петю. Пельмени отошли. Вернулись обратно. Сюда в звезду вернулись. Вы нальете на ход движения профа, блядь. Сюда в звезду вернулись быстрее. Нормально отдал диван? Да. Да, нормально все. Снимай, жди, как 4 на нем будет. Как самое. Mm-hmm. Блядь, ДПС хуета какая-то. Ну-ка давайте прожмите что-то. 6 лямов, отошли колбы. Блять, посмотрю каждый полученный урон. Кто там в жопе сейчас, милики стоят, нахуй. Все минус получают, минус сотку давно. За эту хуйню. Забрал. Пельмешка, сука. Пельмешка, нахуй, словили все. Ну, блять, близко, проф просто уже. Стараемся, добивают. Петю захил. Хилы. Гимн на ХП читаю. Короче, бьем до упора. Бьем до упора. Пятый стак словишь, другой ДК заберешь его обратно, профа. На 5 стаках подержим. Так, пельмешка, отбегаем. Ну, пельмени вы видите или нет? Нет. Давайте, добиваем. Пизда, блядь, ебаный рот. Он отхилился. Да, там, когда диван даешь, каждый раз отхиляйся. Ну все, более-менее нормально. Понятно, что делать, блядь, сейчас на второй фазе получше сыграете. Да перевели хреново, две лужи оставались. Да, там и две лужи, и этот, блядь. Так, давай посмотрим, полученный урон. Просто посмотрим каждого, блядь. Ону, вязкая гадость. Короче, сейчас не буду давать. Просто свои ники слушайте, все вязкую гадость, кто словил, блядь. Словила Ону, Наёми словила, Джанг словил. Интересно, кто не словил, блядь, я тоже словил. Так я в конце. Да. Нихуя мутирующая чума по 7800 ебашит. Ну так это там стаков, все стаков много. Кусяо, Викендорф. Викендорф, взрыв химической колбы тоже, колбы лутаешь. И от этого ДПС снижается. Враска тоже пельмени ловил. Марсес ловил. Там заходить еще нельзя, что ли? Да, заходите. Я на ласте поймал вот это. Вот смотрите, Полинор. Полинор как прием. Он не ловил ни одного пельменя. Только вот на колбе взорвался как-то. Послушай. Дайте хоть. А тут. Нет, это ж я уже упал. А ты вместо кого? Вместо замены. А, вместо. В дичате тоже там. Кинем Федикей. Кинем Федикей. Так, послушай, словил. Считай, блядь, весь рейд. Вот, как пример вам, посмотрите на эмобоя. Урон, полученный только мутирующей чума. Вот этот человек не словил ни одной пельмени, блядь. Так я словил еще как я словил. Я словил типа ДЦ. Там одна кнопка и заяц. Забей. Словить, это... Я говорю, эмобой не словил. Вот у него учитесь играть. Скибиди смотрим. Уже словил. Так. Уфолок? Уфолок тоже не словил. Вот смотрите, Уфолок и Мобой уже два топа в рейде есть. Это те люди, которые спасают наш рейд. Бета-тестер словил. Войд словил, нахуй. Ну, что я могу, только плюс ЕП дать, кто не словил. Да мы все в конце словили, блядь, там либо лужа, либо... Ну да, там в конце...
там не было других вариантов, блядь, либо в лужу бежать, либо ловить пельмени. Зато, зато варианты было бежать. Смотри, короче, мы проебались, то перевели криво, и плюс, да, короче, меня тут отвлекли, я мог бы это, за таун спирить так, типа. Но меня просто отвлекли, это могли убить, но. Все, ставьте рыбу, сейчас убьем. Все то же самое, только пельмени и голову нельзя ловить. Сундук поставьте, пожалуйста. Поставьте ГБ, я, у меня КД уже. Эти фласку. Я рыбу там не взял бы. Да ебаный рот. Блять, я рекаунт обнулил. Че там по ДПС у линканите? Кто может 20 позиций линкануть ДПС? Не знаю, мне ДТЛ слетело. Линканите кто-то, блять. Это 9, не 20, блять. Кто может 20 линковать? Ой, мне. Может скрин тогда кто-то сделать, в дис скиньте с этого трая. Ешьте рыбу. Дайте шкаф. Послушай, и бета-тестер, вы где-то далеко бегаете, долго точнее. Я скинул 20. Ага, ага. Повторю. Ну и Петя тоже скинул. Так. Викиндов, Берменталь, Петя. Это тестер. Тяжело тут, конечно, миликом, я знаю. Да, они под конец еще диваны кидали, и да. Бета-тестер вылетел. Ну, тоже очень. Там просто Вовка крашнулась нахер. Ой, что по ССам сейчас? ССы то же самое. Если откатились у вас, так же давайте. И шаклон также свой придержишь для Викендорфа. Но мне не, о, мне не дали первый трай СС. Только сел. Не дали? Нет. Ну я кому говорил? Эмобой по Ону, да? Джанг по Кусяу. Так я говорил? Да. Ну, сейчас уже есть, сейчас уже есть. Все, хорошо. Давайте чек на пул и будем не башить. Лич легче нахуй. Давайте на профи булки сжали, блять, еще раз. Пожалуйста, каску по пристану. Бафы быстрее, да, типа один. Сколько вас там вообще? Двое? 7. Один каски, да. А другой кулаки гресты. Все, поверка. Да, дал каску. Давайте, готовимся. Стали поближе Мики, чтобы сразу начинать наносить урон. Дайте интеллект. Так, интеллект маги. Давайте готовимся. На счет 3 по отчету будем пулять. Раз, два, три. Пуляем. Гелеш, осторожней, блядь. Никто не нажал, блядь, чтобы, блядь. Давайте я куклу сразу захотайте. Так, лужа, смотрим, летит. Одна вон она в РДД. Старайтесь меньше тиков от лужи лутать, чтобы хилы там не охуевали вас хилить. Вот, готовим сейчас зеленый будет. Сильно ДПСим. Так, смотрим, вот он прям появится, полочка. Хоп, выбрали его, быстро ДПС по нему. Вот, милики к нам сюда в звезду бежим. На максимальный ледже стоим в РДД на 30 метрах. Давайте сильнее по нему бьем. Отлетаем, и он уже добьет. Сейчас лужа летит сюда. Все, захилил. На слизня не бежать. К стене все. Не бежать, сука, вперед. Вас выберет, убьет, блядь. Пошли профи бить. Так, что там процентаж? Также будем стопать, стопнем. Надо мне, блядь, не заслакать сейчас на 35%, чтобы стопнуть хорошо вывести. Стопнули по профу. Сейчас будет красный. Милики отошли. Ну там сейчас переведешь. Переведут уже. Не плюй в него, не плюй. У меня есть рага на допы. Хорошо. Ну ладно. Там, по-моему, баг какой-то есть, что вот после активации второй фазы он не сразу лужи кидает или пропускает первую лужу. Сейчас готовимся, красный будет выбирать цель, РДД уже его начинает доты вешать. Бьем. ДПС висит. ДПС. Красный пережит цель, захиливаем. Хила захиливаем, Маша. Пельмешки летят, убегаем. Вот, сука. Так, сейчас будет следующий зеленый. Лужи 2 в РДД. Потом сейчас зеленый бить. Еще пельмени отошли, и потом возвращаемся. Примерно на то же место. Возвращаемся. Так, зеленый. Милики, отходите, там колба 2 секунды.
Готовьтесь возле зеленого вставать, там в это, в сторону РДД спиной. Выбираем зеленого, бьем. А немножко рассредоточьтесь. Вот, сейчас в цель в черепок сбежимся. И пельмени летят. Давай Т4 на рейд. Сука ебаная, блять. Добиваем. Так, что там, Полинор? Вставалка есть, да? Сейчас посмотрим. Я там. Подожди пока. Так, уфолог. Маша, поднимай уфолога. Бета-тестер есть, вставалка? Уфолога захил? Есть, но надо прохиливать сразу. Начну. Хорошо, подожди, пока не вставай. Значит, уфолог резни Ликендорфа. Красного бьем. Милики пошли сильнее. Бурсты сейчас отдайте на красного. Цель красного захиливаем. Хилы, смотрите, он там в Долоран бегает, так что позиционируйтесь. Вас никто не будет ругать, если в центр побежите хилить человека. Так, сейчас красного добьем, бета-тестер, готовься. Вставай, бета-тестер. Захил его, быстрее, быстрее. Пельмени отбежали. Так, отлично, бьем. Сейчас появится зеленый, готовимся. Так, и еще у нас что? После того, как убьем зеленого, не лежишь, сбегаешь, поднимешь второго пала. Этот, бьем зеленого. Это лад лежит. Милики к нам бежим, к нам бежит. Собираемся здесь. И сильно по этому, по красному играем. Ой, блядь, по зеленому. Я хуею, как он точно нахуй так рассчитано, что он летят эти пельмени, блять. Давай, не лежь, беги, поднимай пала Барменталя. Дезюстена, точнее, это не пал, блядь, сори. Захил его. Отлично. Все, играем. Теперь фулбаф и каску, лапу, пристабав. Сейчас пристабав дам. У ДЦ маны нет. Так, перемешки отбежали. Красный появился, кстати, бьем красного. Добьем красного, даем и гимн на ману прочитаешь. Собаку вызывал уже ДЦшник? Да, да, да. Сейчас даем и гимн на ману. Не лежь, иннер послушай, дай. Этот. Шаманы, там у вас все три тотема в КД. Давайте парочку тотемов. Так, пока что бьем. Сейчас будет зеленый, пельмени вон они улетели, нормально. Вот видишь, как хорошо, когда не в одну точку это говно летит нахуй. РДД вышли, зеленый. Если что, сбегаемся сейчас, если в нас выберет кого-то, сбегаемся, в черепок сбегаемся. Вот, теперь у стола, в черепок бежим, вот сюда к стенке, звездочку быстрее бежим. Надеюсь, там милика не выберет. Все, здесь сейчас добьем. Вот теперь в звезду стоим, в центр комнаты отлетаем, вот сюда встали. Все, он уже не взорвется. Пельмешка летит сюда, отбежали. Вот, прыгаем, бегаем, нахуй, заебись. Захиливайте танка. Лужа. В миле. Где-то там что ли? А вот она в РДД долетела. Бля, скинула эти бомбы. Бомбы, отходите от них, милики, отходите, минус 100%, сука, меткости вам объяснял, блядь. Это красного играйте, милики. РДД тоже давайте красного. Давай. Сука. Проф 39. Проф 39, будем стопать. Профа не бить, красного добиваем, будем зеленого ждать. Так, не бить профа. Не обновлять доты, не бить профа. Отошли оттуда все. Лужи. Сейчас смотрим за своей игрой. С луж вышли. Ждем зеленого. Милики возле зеленого вставайте. Танк веди, тоже вставай сюда вместе с миликами. Зеленого. Зеленого дамажит ДПС. На профа можете доты вешать, кто может. Мультидоты. Милики, перед лицом бежим, милики. Назад не отлетаем. Вот сюда, звезду встали. Отлетаем к стене. Профа, веди к нам, веди к нам. До профа долго бежать, еще его переводить надо. Танк, веди сюда, профа, быстрее, к столу. Быстрее добили. Профа ебашим. Где он? Ты ведешь? Веди быстрее. Фул ДПС. Сильнее ДПС, ты прям 3 секунды до призыва. Думаю, успели. Нет, кастует пидорас. Пидор ебучий. Скастовал, нет? Да, скастовал. Скастовал. Ладно, значит. Крайне хуёво. Этот, кого выберет? Короче, Геру тоже так же надо будет давать. Давайте. Все красного готовимся хуярить. Короче, маги глыбу в этот. Давай не зыбку, Т4, а давай быстрее, ДКшник. Он не шотнет рей. Хуярим быстрее. Беги, все, беги, старайся убежать. Все, добили. Добили. Все, профа, поехали. Профу идем. Все сюда встаем. Звездочку встаем, ебашим.
Бейте все в лицо. Да, в лицо. Вон он. Колбу скоро сказали положит. Вон он положил в углу уже. Все нормально. Все, хорошо, стой, не веди. Башен, ну ему сарая. Слышите, выехали. Затем, кто нахуй пельмени ловит, блядь. Забрал. Все, отошли, вернулись сюда, в звезду, блядь. Это... Боб, подаю. Вот тут за профом мы вот в лужи вышли. В треугольник примерно отведи профа. Так, то же самое, значит. Так, рунмейт снял там. Когда 4 стака будет, заберешь. Так, что у вас там, по-моему, все заебись. Отходим пельмени. И башим. Так, Аманову прочитаем. Забирай. Так, ну и этот барменталь так же, как в прошлый раз. По Пете. Выходим, служи быстрее. Ну, блять, вы что, нахуй уснули? Да, правильно. Ону, вставай быстрее, ону захил. Блять, пельмени ебаные. Не спите, лужи, блять, из них надо выходить. Че там, по-моему, у всех БР и КД, да? Ну, ладно, тогда бьем так. А что-то у нас в этой вечерней гильдии второй рейд, короче, тоже 16 равайпов было на просто. Забрал. Какая-то хуйня, нахуй. То ли подкрутили что-то, то ли что, я не знаю. Ну дамаг тут приличный. Это, пельмени у вас летят там, не словите. Вон словили пару человек. Все, лям добивайте. Мы вчера на этой вайпались. На лане, нахуй, и на сингле вайпались. Ну я хуй, я вот сейчас, короче, понял, я в стороне от этого. Вот, дашь лидера, ну, этого, ну ты понял. Осколок? Ну да. Да, осколок. Хорошо. О, БУЕшка. Так, БУЕшка, так, этот уфолог, на тебе скинешь ГБ. Дальше, что? Сейчас сразу эту хуету разролим. Значит, давайте сразу эту парашу, я не буду держать у себя. Охотник, шаман, там 10 ставьте ИП. Давайте решайте быстрее, кто там заберет. Уступаете, не уступаете. Ну это, сейчас у стрелы, это мейн, получается, он сейчас забирает себе. Так что мы так, ему можем за 10 дать. Стрели закидываю, отнимите там, стрели отдал. И этот завоеватель. Кому надо. 10 ему бой, кто-то еще. Послушай, решайте, кому из вас надо, только побыстрее. На йоби сотка. Так, чё, послушай или на йоби, или будете бороться? Хорошо, послушай, да. Все, к лечу идем, ставим шкаф, субоним, чтобы мы тут не бежали с профа полгода. Быстрее долечи шкаф. Надеюсь, ты мне осколок дашь забрать или нет? Ага, все, даю. Так. Не знаю, там же есть, да, на кого поменять, если что? Поставил добычу на тебя. Сейчас спросим. Алло. Там было, всё? Да, как это? Все. Сейчас спросим, кто там на замене, ну-ка. Не, я попробую, мне лук-то надо. Да, давай. Блять, у меня, да. Короче, у меня, давай, короче, попробуем. Интернет, Дискорд и Варкрафт вместе не тянет, короче. Так, ну Лича, я думаю, вы помните тактику, блядь. Чё, друг, давайте в танке. Короче, танки, больше без дискорда хуярить, типа, ну, в раз. Андрюх, спрячемся в танк. Так, вот вам три метки, нахуй, это самое, Лич с миликами в кружке, РДД в звёздочке, этот самый, кто он, офф-танк стоит в ромбике, туда чуму относим. Вот. То вы всю хуйню знаете. Так, это центр комнаты. Так, кто в танках остается, получается? В ДД Петя? Пускай Андрюха лучше потанчит, да. Он пожирнее, ему проще. Он мейном будет, а мейт в танках. Ну давай, спекайся. У меня Т4 нету, полезно. Что-то у нас людей не хватает или что? Там что-то у Раски с интернетом какая-то залупа, не знаю, сейчас. Ну если вылетит, вдруг понадобится. Только сейчас пока фу. Хорошо. Так, ну давайте бафы проверяем. Чё, ставьте рыбу, потому что вроде на профи падали. Вот,
Так что, когда к профу приходите, каждый раз относитесь серьезно. Фласку там дадут кто-нибудь, нет? О, это у уфолога. Кулаки, вот эту всю хуйню. Вот, там Барменталь не знает тактики. У кого ты говоришь? У уфолога. Барменталь, там будет этот самый, бегать просто за миликами бегаешь. Вот тебе FDK квадрат, вот на него ориентируйся. И все. Нихуя больше знать не надо. Сказали разбежаться, разбежался. Сказали в центр кличу, значит... СПД у меня у Войда. У кого там что надо, это давайте. СПД вроде брались. Так, шаклон. Так, проверка готовности. Так, ну Фолк, ты офтанк, да? И кто там? Рунмейт? Рунмейт, у тебя нормально все с вождением лича? Это будет рыба? Права есть? Вон поставил. Права есть? Права есть? За категории. Рунмейт, ты тут? Отпиши что-то в рейд-чат, блядь. С кем я говорю, блядь? Прием. Рунмейт. Я водил только в десятки. Это та же самая хуйня, только людей больше. Короче, на второй фазе ведешь в центр лича, в зависимости от квадрата. Вальки летят по кратчайшему пути к краю. Вот смотрите, я показываю звезду, блядь. Ты лича ставишь вот так вот. Вот звезда, я это лич, блядь. По отношению к квадратцам стоишь вот так в квадрате, блядь. Отсюда вальки полетят ровно вот сюда. Если люди стоят вот здесь, вот с этой стороны квадрата, то они полетят вот сюда к краю. То есть по кратчайшему пути к краю. Вот ты эту хуйню должен учитывать. И лужа, если что, на МТ танка тоже кидается. Когда говорят разбежаться, ты разбегаешься куда тебе удобно. Можешь сюда, можешь к порталу, можешь к глыбе вот сюда разбегаться, на вот это кольцо. Чтобы если лужа была на тебе, нахуй, ты ее не налил в центр, потому что нам потом позиционировать лича будет сложно. Но здесь вальки, конечно, медленно летают, нахуй. Но в гере это будет критично, нахуй. Будет из-за этого вайп на вайпе, нахуй. Все, чек на пул. Заебало уже эта хуйня, блядь. СС дать кому-нибудь? То же самое. Шаклон. А маги могут интеллект нажать, блядь. Маги, нажмите интеллект. То же самое, это самое по СС. Шаклон придержи СС, вдруг пригодится. Не, шаклон, дай тогда на. Ну дай на уфолога, вдруг на духа сдохнет, блядь. Так, проверка завершена, запускаю, блядь. Сейчас фидер еще пока спускаться будет. Выбираем, нажимаем запомнить цель. О, чё говоришь? Чё тоже всем тобой придумал, держу фон. Этот, блять, что-то пиздануть хотел. А, блять, нажимаем запомнить цель на лича. Это делается для того, чтобы когда вот вы разбегаетесь, да, осквернение. Там мало того, что белым таким вот буквами будет писать в чат, вон как челики, напишите что-то белым в чат, какой-нибудь парашу. Там будет писать осквернение на мне, на ком осквернение, типа. Вот, вот такую хуйню, вот в таких черненьких квадратиках. Если у кого-то таких квадратиков нету, нахуй, то значит, блять, вам надо задуматься, у вас что-то не так с настройками, блять. Вот, да, вот такую хуйню. Только не спамьте это, блядь. Вот. И там вот цель цели, если стоит, цель запомнена цели, блядь. Там будет написано ник человека, которого лич берет в цель, чтобы выбрать и кинуть в него скринение. Кстати, лог мобой. Если хочешь, покидай. До пула 2 секунды, давайте припоты. Пьем припоты. Покидай замедление каста на этого лича. Скринение будет дольше кастовать на 0,3 секунды. Будет хорошо для нас. Так, послушай, будешь чему дисплеить. Сука, чё это за говно, нахуй? Дядя Стэн, нахуй, ты что, там? Чё за говно, блядь? Короче, нахуй. Ну, он ДПСил. Этот, не лежь. Поднимай его. Берегитесь. Ебать, под заражение оставил. Так, послушай, ты тут, блядь? Скажи ко мне, братан, ты дисплеить собираешься, блядь? Почему я сейчас сам себя дисплеил? Связан. И смотри, если человек даже не добежал, нахуй, ты дисплеишь на 1 секунду осуществить, ты дисплеишь, блядь. Не проеби людей, блядь. Он с уфолога дисплеит? А, дикие выкинула, нахуй. Хорошо. Бесполезен. В зиме сдох. Давайте играем, блядь. Дикей чума, нахуй. А где он был, у холода, что ли, в мелизоне с чумой, что ли? Дальше не перекинулось. Ладно, пьем пока. Она на уфолога прыгнула, с уфолога сняли.
Да, ну у Фолода трэша. А где сам Фадикей стоит? Чуть не вижу. Викендорф. Я в милисте. С уфолога не здесь спойлил. Послушай, ты адекватный вообще, нет? Берегитесь. Я в ахуе, блядь. Послушай, ты тут? Тут лагает просто, извиняюсь. Ясно, нахуй, все понятно. Это. Прыгайте это вниз, там вроде как сразу в центре появитесь с трупами. Давай я подиспойлю. Давай. Скибиди, да? Угу. Ты как-то подиспойлишь, там болезнь. Ну, если почему она дисплеит? Там талант же есть. Я дисплею. Болезнь дисплеит? Вот да, почему она дисплеит? Не вставайте, давай мы срезаем. Ну, вообще, сейчас я, ну, типа, хуй знаю. ДЦ дисплеит ставит тоже такое. Да так-то, да. Ну, так-то и похуй. Блядь, ауе за хилы столько. Давай, Петя, ой, блядь, скибиди тогда. Ясно. Ну, лагает, так бы, если бы не лагало, там проблем вообще нет. Резаемся, встаем, кто там не встает, блять. Это, за ФКшки не минусовать, блять. Вставайте быстрее, блять. Время идет. Ну я извиняюсь, у меня под заражение вообще ФПС 0 и. Все, хорошо. Там другой подиспалит человек, так что не парься. Дайте шкаф. Иди, как они хрустят, да? С уманем это. Че говоришь? Сундук у тебя не в КД, 6 минут. У кого не в КД? Посмотрите гильдбанк, у кого не в КД, поставьте. Вот это здесь я поставил. Спасибо. Так, всех сумму. Фидикей, ты зашел? В игре? Да, вот? Да, я жду, конечно. Так, кубав даем. Рыбу. Чинитесь, вон джип стоит, чтобы если вас резнули там. Не были красными. Так, прочекаем. Можете тыкать? Ура, ДК починили. Нет, не тыкается рыба. Не тыкается. А я могу. Не тыкается? Нет. А ДК не додумается четвертый кусок снимать или какой отдает вот эту хуйню? Или что? Два куска дает. Там просто отходить. И там похеру, там именно логаться. А ты пробовал это? Спиной. Подумайтесь, просто развернуть спиной, блять, и тыкнуть рыбу. Да, спиной. Да. Раз. Я могу сказать одно, даже когда я переодеваю шмотки, фрейм все равно остается. Там либо смерть, либо релот. Ну, эти, главное пиздануть. Сперва протестить никто не хочет, нахуй. Ну, все равно они что-то сделали, чуть-чуть поменьше сейчас радиус, потому что сегодня бегал. Прям нормально так тыкали, еще и не порезались с этой ауры. Принимайте готовность. Хотя... Шаклон и апокалипс. Это. Саш, трель поставь, пожалуйста, тем на ману. Допустил босс. Сейчас после лича это самое. Получим ИП и подумаем, куда пойти. Кто куда хочет. Заломан или заломан? Или ЦЛК. Или все-таки злоба. Да. Если вы меня не будете брать с собой, ну если типа хотите там послушать брать, то я, наверное, или пугов буду собирать зломан, или ЦЛК пойду с пугами собирать. Даже свой статик ради, нет? Я не навязывался на этот статик, я ничего не обещал, я сразу сказал. Не обещаю ни сундуков, никакую хуйню, и людей звать там, собирать по статику. Подумаем потом, короче. Я там уже 100 раз все это написал, заебался. Да, все. Нет, секунда, репорт и клёп. Баш. Ну что вы там? Бьём, проф, лича. Лича? Да, да. Что с профа упал? А, кто? Так, сейчас будет чума, смотрим. Так, вынеси чуму, Фатикей. Диспел, отлично. Берегитесь.
Чума 5 секунд, готовимся, смотрим глазами на свои дебафы. Секунда чума. Так, вноси чуму. Молодец. Так, еще одна чума будет, через 2 секунды готовимся. Так. Он выносит. Берегитесь. Ага, все, 2%, 1%. Сейчас на край уже двигаемся. Чтоб там милики не сдохли в зиме. Идем на край. Все, эту парашу за уешим. За уешьте эту хоть ДПС, чтобы у вас не терялся. Давайте разъебали. Все, слизни. По шарам Враска и Войд. И на Йоме играют 3 человека. С Фером. Сейчас можешь. А на ком тут? Я дуфи, на ком? Да, здесь. Уйди, уйди от меня, уйди. Уйди от меня, Румайт. Че это за хуета, да, нахуй? Заходите в зиму. Че это за залупа? Это Румайт. Все просто. Все здесь. Ты стаунтил духа у Фолок, да? А он с тебя знает? Да ничего я не таунтил, я стоял, танчил на боу, он подошел ко мне. Просто рунмейт должен был забрать духа. И стал рядом со мной танчить и типа и духов не забирать. Я в ахуе вообще. Там дух всех разнес. Румейт, я понял, видел. Он не знал, что вообще делать. Румейт, ты тут? Сука, короче, нахуй, румейт, пиздуй на замену. Лобстер, заходи в рейд. Апокалипсис в танка, нахуй. Лобстер, заходи. Захожу. Ёбаный рот, нахуй. Блять, ладно. Не мне лича танчить? Да. Окей. Да, да, лича. Это твоя ошибка. Хрен. Это твоя ошибка, нахуй. Пересмотри тактику на лича. И я не знаю, лагал ты или чё, блять, но духа ты должен забрать и отвести от людей, блять. В одну сторону, в любую, либо к уфологу, либо к... Паш, ты стоишь с другой стороны танка, стоишь, то есть за рейдом с другой, с правой стороны, сзади нас стоишь и забираешь духов туда. Ты не идешь к моему танку. Дух не должен убивать дыханием весь рейд, блядь. Никак вообще не должен. Валик, не агрите, блядь. Стойте, ждите, они пролетят, блядь. Или вы тут 3 часа, сука, хотите сидеть. Стойте, сейчас не бежите, нахуй, она сейчас обратно полетит. Стойте, сука. Почему вы так хотите, блядь, здесь сидеть 4 часа? Я не понимаю, блядь. Так, рунмейт, чилим Даларан, иди, блядь. Этот, сейчас Апокал затанчит. 4 кнопки сюда. Не мы такие, жизнь такая. Пиздец, нахуй. Если вы идете в ЦЛК, это, в какой-то рейд, готовьтесь, тактику поинтересуйтесь, блядь. Что-то поинтересуйтесь, поделайте, блядь. Если вы лагаете, скажите об этом, блядь. Потому что, блядь, сидят... 20... Ну так ты еще... Сидят... Тактику возьми, объясни, в чем проблема-то? Тактику, он сказал, знает, блядь. Десятку танчит, блядь. Ну, так десятка-то другая тактика. Может, в одного танка бить. Он не бил одного, скорее всего. Ну, вот, все десятку. Держать рыбу. Есть рыбу. 3, 2, 1. Подхожу. Все, все здесь, давайте фубак. Я как научился играть как, блядь. Пришел как-то раз с пугами, нахуй, про товаром на синдру, нахуй, в обычке, блядь. Третья. Стоял, ебланил, там другой танк танчил. Фаза начинается, запускаю босса. И, блядь, прилетает глыба, нахуй. А я стою в рейде, блядь. Рейд весь замораживается, мне кикают с рейда. И тут я понимаю, блядь, что-то не так, нахуй. Кто МТшит? МТшит Апокалипсис. Ставлю на него кружок сейчас. А че на Федике квадрат тогда? Чтобы милики смотрели на него, там вот Барменталь не знает, как, за кем бегать, вот он за квадратом бегает. Так что я сразу нахуй пошел тактики читать, блядь, и потом уже пришел не нубом в рейд, блядь. Это не важно, как ты учился. Важно, ты сейчас сырелишь или играешь в гильдии, ты должен рассказать, чем тактику. Вот и все. Сейчас я уже все рассказал. И на Лича, и на Профа рассказал. Он сказал десятку танчить. Другой раз, если танчить.
Сань. После убьем босса, вы будете обсуждать все это. Да, вот-вот. После будете все это обсуждать, мне вообще похуй. Саня. Все, две секунды. Что? Секунда, припод пейте. Когда целка открыли? Что, ДПС? Не, да это не важно, что это 10 лет назад открыли. Просто, ну... Не, даже на сервере, на этом, когда... Да? Не, я допускаю, что да, он... Я ребята, я вот, блядь, сейчас сам замучу в дуэли, нахуй, заебали. О. Давайте тихо, убиваем босса, потом его обсудим. Да, потом всю хуйню обсудим, нахуй. После заражения будет чума. Готовимся сейчас, секунда. Так, на Йоми. Ага. Чума, 2 секунды, готовимся. Андрюха, заталайте одного белку на себя. Он не спел. Чтобы на тебя не перекидывалось. Так, чума, 2 секунды, готовимся, смотрим дебафы свои. Так, Петя. Дисплей. Рано дисплеил, да? На Вики Дорфа пошло, блядь. Походу, да. Это не я дисплеил, это другой. Блядь. Нормально. 2%, для чумы 6 секунд. Наверное, не успеет кинуть. Секунду до чумы, может успеет еще. Может и не успеет. Кинул чуму, выноси. Испел. Все, идем на край. Захиливать. Гневный дух есть. Его это, рассоситесь немножко, ренджу наберите. Гневного духа из центра выведи. Блять, там какое-то тело перед ебалом стоит. Веди дальше. Стрелю, веди оттуда. Блять, стреля нахуй, ты слепой. Пиздец, нахуй. Веди дальше, если видишь, какой-то Вася стоит там, блять. Апокалипсис на будущее. Веди дальше, нахуй, чтобы люди видели, что это опасный дух. Там перед ебалом нельзя стоять, блять. Стреля, ты чуть не сдох сейчас. Евгений, он шотнет тебя, блять. Все, убьем. Последний сейчас третий твой дух. Третий дух максимально ДПС дали, но сейчас надо будет его добить. Когда тебе в раску захиньте. Ты в зиме что ли стоишь, блять? Быстрее медведя добиваем. Этот шарик. Это было плохо. Пиздец, я хуею. Встаем сейчас звездочку. Возле Ильича встаем. Схватила три вальки. Начинаем по ним бить и разбегаемся на это, на железное кольцо. На ГДшнике. Осквернение 2 секунды. Сейчас будет лужа. В центре не налейте это осквернение только. И подвалик тоже не налейте. Вот, отлично. Чисто подвальку. Сейчас на круг встаем, вот этот железный. Круг, который кольцо в комнате, встаем на него по краям с этой, с той стороны. Сначала будет валька хватать, и через секунду сразу будет осквернение. Как лужу разольется, идем валик бить. Смотрим. С центра тоже танк, готовься выйти. В центре лужа тоже не нужна. Вышли все быстрее. Вот, лужа, отлично, оставил, ушли оттуда быстрее от осквернения. И валик бьем. Все РДД пошли туда бить. Милики вот эту в центре разбейте, Ильича потом бейте. РДД вот эти сейчас после лужи спустятся люди. Ману дайте по скибиде. Гим на ХП даю. Быстрее хилы захилим. Заражение на 5 людях, нахуй. 25 хилов. Быстрее ДПСим. РДД вы есть тут? Нет? Вышли с центра все. Оскорнение 3 секунды. С
центра вышли все, осквернения в центре не оставить. Вальку добиваем последнюю. РДД, вы тут вообще? Вон она, Валька, возле Локовского портала. Еще осквернение здесь. Потом выбежишь там через трон. Выбегай к нам сюда. Теперь ключу бежим все. Вот сюда ключу. Лича в центр. Люди. Дайте все... ману по скибиде. Этот, не лежь, дай ему Индер. Гимна ману тебе даю. Схватила Валька. Осквернение сейчас 7 секунд. Разбегайтесь из-под валик. Валик бьем. Милики разбежались из-под валик. Перед вальками не беги, нахуй. Кто там сейчас тебя выберу в цель? Байерменталь, нахуй. В сторону беги. Осквернение под валик нельзя разливать. Вот. Вальку последнюю добиваем. Тащите танков, мы хп. Давайте побольше цепу. Ну, поэт обнимите. Все, сбегаемся опять к плечу. Будет Валька через 3 секунды. И еще через 3 секунды осквернение будет. Как Вальки хватает, сразу выбегаем. Осквернение. Сразу выбегаем, уже выбегаем на край. Вот осквернение прям в центре почти. Вышли все службы, быстрее только. Блять, вы быстрее выходите, сука, она так вырастет. Лаксар захиньте. Лаксар сдохла. Сейчас эта маленькая исчезнет, бьем этих валик. Здесь люди, которые туда выпадут, не сдохнут. Осквернение, разбегаемся от Лича. С центра тоже не налейте в центр сейчас. Сейчас на край куда-нибудь налейте. Все, и к Личу теперь бежим. Похуй, короче, на тех валик, нахуй, вообще поебать. К Личу все сбегаем, сейчас вальки хватают. И фул ДПС, ауешим всю эту хуйню, валик Лича. Можно забить на валик. Вот эти вальки бьем. Давайте в Лича тогда фул ДПС 2%. 5 секунд. Только дайте им осквернение, немножко отбегите от Лича, чтобы не налить туда. 0.5% переводите. Все, к Личу быстрее на край сюда сбегаем. Давай Т4. Гим на хп. Блять, пиздец, хуй захилить нахуй. Простите меня. Не, заходите в зиму, заходите в зиму. Это залупа. Че, хилам так трудно, да? 5 хилов вроде бы. Да, по-моему, 3 хилов. Не знаю, кого-то он утаскивал. Да, может, хилов утащило. Есть у кого встать? ДЦшника, я Вальке был. Да, там всех хилов позаконтролила. По валькам линканите, скадывай, у кого есть, кто как бил валик. Может, кто-то не бил, нахуй. Смотрите, труп этого скибиди крутится, блять. Все видят эту хуйню? Скибиди, ты завис, что ли?